В зале губернского лицея собрались десятиклассники. В гостях руководитель пензенского филиала Ростелекома. С урока о профессиях будущего стартовал профориентационный проект. Детям предоставили возможность ознакомиться с работой компании и узнать о последних трендах в сфере информационных технологий. Я считаю, то, что чем раньше ты начинаешь смотреть на компании, которые могут предложить тебе что-то, тем быстрее и лучше будет твой выбор. К тому же изучать что-то новое и узнавать более тонкие какие-то аспекты работы в компании, в крупной, это довольно интересно и полезно для будущего. От теории сразу перешли к самому интересному – ответам на вопросы. Ребят интересует буквально все – от того, какие перспективы открываются у молодых специалистов, до технических моментов, например, что означает сваривать оптику. Чтобы юноши и девушки могли узнать максимум о работе в компании, проект «Познавательный Ростелеком» рассчитан на несколько месяцев и включает в себя мастер-классы, личное общение с сотрудниками и прохождение цифрового квеста. Позволит перед детьми открыть реальную востребованность на рынке труда, реальные, высокооплачиваемые, инновационные, и чтобы они были сориентированы не только на уезд из нашего региона, а наоборот, остаться в этом регионе, свой талант, свою одаренность применить, чтобы регион развивался в области высоких технологий. Он направлен на то, чтобы старшеклассники получили новые знания, посмотрели и познакомились с работой компании изнутри, ну и в дальнейшем определились со своей будущей профессией. Проект «Познавательный Ростелеком» одновременно стартовал и для учеников 10-го профильного класса Пензенского лицея номер 2.